Всем привет, дорогие подписчики, гости канала. В сегодняшнем видео мы будем лепить очередного персонажа из игры Brawl Stars. Это будет у нас Кольт. Вот эта вот кучка пластилина. Это будет у нас фигурка. В будущем, конечно же. Кто у нас такой Кольт? Кольт — это у нас герой-стрелок, которого выстрелы из револьверов Кольта невероятно точны. Его супер крошит укрытие и преодолевает еще большую дистанцию. По характеристикам у него самое высокое значение — это нападение, аж целых 5 баллов. Защита 2, практичность 2. И супер называется его пулевой шторм. Как и в предыдущих видео, будем это все делать на стальной проволоке, на каркасе, чтобы фигурка в дальнейшем не деформировалась. Ну а если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, что бы вы хотели увидеть и новых видео, и кого слепить вообще. Так что подписочка, лайк и комментарий. Всем спасибо.
We'll be right back.
Вот такая у нас получилась фигурка Кольта из игры Бравл Старс. И если вам обязательно по-любому понравится она, ставьте лайк и пишите комментарий внизу под видео. И также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. А видео будет еще много интересных. И всем спасибо за внимание. С вами был Андрей и канал Лепим Вместе. Всем удачи и до новых встреч. Пока.